живая струна, живая струна, живая струна. Всем привет, всем доброго пятничного вечера. Давайте ближайший час проведем вместе, сделаем это хорошо, сделаем это под музыку. «Живая струна» — это что в первую очередь? Это живое выступление. Кого в первую очередь? Наших любимых артистов. И сегодня, ну, друзья мои, встречайте, Тамара Кутидзе. Добрый вечер. Привет, привет, Тамара. Ну, я хочу сразу сказать, что нашу маму и там показывают. Дело в том, что сейчас в данный момент идет «Заходите к нам на огонек», где... Тамара, естественно, выступает также вживую. Ну, а мы вас не обманываем. Мы действительно встретились несколько заранее, чтобы для тех, кто не попал на эту прекрасную предновогоднюю вечеринку, на этот концерт, вот, могли насладиться своей любимой артисткой здесь, в рамках программы «Живая страна». Поехали, поехали. Недостатки мои любить и безумства мои прощать. Ты эмоции не прячешь внутрь, чувства настежь ты в этом весь. Понимаю простую суть, в этом счастье мое и есть. Не разжимая рук, не разжимая. Идти с тобой вдвоем по яркой рыжей россыпи, смеяться без причин, бросаться листьями, как искрами, и понимать, что ты для меня один, единственный. Я закрою сейчас глаза, прошлой жизни скажу прости. Прокрутить бы кино назад и чуть раньше тебя найти. Круговерти шальной листвы, потеряться не сможем впредь. Зажигает сентябрь костры, значит, время сердца согреть. Не разжимая рук, не разжимая. Идти с тобой вдвоем по яркой рыжей россыпи, смеяться без причин, бросаться листьями, как искрами, и понимать, что ты для меня один, единственный. Тамара Кутидзе сегодня в программе «Живая страна». Если вы только что к нам присоединились, слушайте нас, смотрите нас. Такую красоту нужно смотреть. Спасибо вам большое. Прекрасно выглядишь. И признаюсь, я вообще так комплименты не очень так щедра. Но ты мой любимый сейчас женский голос вот из молодых, так скажем, исполнителей. Ой, спасибо большое. Исполнительница, от вас правильно? Это услышать, конечно, дорогого стоит, я знаю. Сама себе удивляюсь, даже не знаю, что я такая добрая. Ha 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 ha!
Я знаю, ты только что у тебя был какой-то хороший тур или что, или какие-то концерты. Да, состоялся мой, ну, не первый, так скажем, сольный тур, а несколько концертов по Сибири. Они прошли очень успешно. Ходят люди, радуются. Ходят люди, очереди девчонок выстраиваются за автографами, фотографиями. В общем, больше девчонки тебя любят, да, чем мальчишки? Девчонок, да, у меня женская аудитория, вот, конечно. Ну и разных возрастов. Есть и такие 35+, а есть чуть постарше. Но это дочь любимой подруги. Это же, Тамарочка, это же дочь моей любимой подруги. Ну да, кстати, так бывает часто очень. Так, знаете, люди друг другу рассказывают, им начинает нравиться, и потом они просто восторгнут. Самая благодарная аудитория, это когда она широкая. Потому что, ну, молодое поколение, да, потом оно выросло из репертуара того или иного артиста, и не факт, что на его место придет другое, да, какой-то новый, там, у каждого поколения свои звезды. Я согласна, а здесь, когда да, такой разброс, когда и бабушки, и внучки, и дочки. Это и есть народная любовь, на самом деле. Да, это здорово. Как называют это? Люби такую, так называется. Живая страна. Пусть услышишь, пусть робкие слова, в них сейчас видна только лишь одна слабость. Встретив эту грусть, я пойму сама, для чего была нам с тобой дана радость. Может, поздно что-нибудь менять, может быть, мы друг без друга можем. Мне бы не хотелось проверять, а впрочем, все же, если разошлись пути и нет надежды, ты меня верни, но осторожно вместе нам идти, и пусть как прежде на идет по бездорожью, если нет огня, замерзло сердце, словно видит пропасть ледяную. Ты меня согрей, согрей меня. Ты меня люби, люби такую. Пусть увидишь, пусть падает слеза. Кто тебе сказал, что любовь прошла между? Больше не боюсь посмотреть назад. Времени в глаза, мы же до сих пор те же. Знаешь, наше горе не беда. Поцелуй оставишь на запястье. Помнишь, называли мы тогда все это счастьем. Если разошлись пути и нет надежды, ты меня верни, но осторожно вместе нам идти. И пусть как прежде нас судьба ведет по бездорожью. Если нет огня, замерзло сердце, словно видит пропасть ледяную. Ты меня согрей, согрей меня. Ты меня люби, люби такую. Ручки выше, друзья. Идет по бездорожью, если нет огня, замерзнет.
живая струна. На ветвях холодный иней превратилась в лед вода. Я тебя любовью сильней отогрею навсегда. Тамара Кутидзе сегодня в программе «Живая страна» дарит нам концерт. Такие хорошие парни тебе сегодня помогают. Есть желание их представить? Ну, так вот. Это мои вообще ребята классные. Я думаю, что они сами себя представят. Ну, а как они себя представят? У них нету микрофона. А, да, у них нет микрофона, но мне бы очень хотелось, чтобы они сами себя представили. В смысле? Каким образом? Ну, нет, я сейчас передам микрофон. Вот у нас Роман. Ну вот, а чего сами себя? Роман, отлично. Аплодисменты, мы восхищение. Он вообще настолько клевый, это... харизматичный. Даниил бас-гитара. Бас-гитара, Костя. Да. Костя. Мои любимые музыканты. Мне кажется, я тебя разгадала. Просто ты не помнишь их. Нет, я помню имена, просто мне очень хотелось, чтобы... И поэтому решила. Главное не ошибиться. А, ну да. Ну да. Но мне что-то казалось, еще кого-то не достает или нет. Да, у нас клавишник просто приболел. Ну да. Не смог в этот раз. Вообще, это очень такая сплочебная команда у нас. И не один концерт мы отработали. Мой сольный первый концерт. И, в общем-то, у нас настолько такое вот, особенно на концерте, они такие зажигалки. Это так они скромничают здесь, в студии. Я вот слушаю твои песни, у тебя, ну, они пополняют репертуар, и можно позавидовать, что они у тебя в одной стилистике. Такое ощущение, что один автор у тебя, чем не могут похвастаться
другие артисты, но если даже и если разные авторы, то насколько они чувствуют тебя, что вот выдерживают одну твою вот стилистику, учитывая твои голосовые возможности? Да, в основном, конечно, очень много одинаковых авторов, с которыми я сотрудничаю, и Володя Ильичев, и вот Кира Дымов, и вот авторы очень меня чувствуют, и я сама, то есть когда я на сцене вижу свои зрители, лица людей, которые приходят на концерт, и как-то чувствуешь, что им нужно. Конечно, у моего супруга очень хороший вкус к музыке, и он настолько ее чувствует. У него хороший вкус, потому что вы его жена. Вдохновляю. Да. Поэтому, в общем, выбор был неплох. Это уже, в принципе, по жене можно судить по вкусу мужа. Музыка – это вторично. Главное, так сказать, вот. Спасибо большое, мне очень приятно. Спасибо. А вот насчет, ты сказала, что долго думала над образом внешне еще. Кто-то помогал, кто-то что-то подсказывал из, возможно, людей, которые вызывают уважение или там для тебя авторитетные люди какие-то? Нет, ну, конечно же, большая работа пройдена с композитором Игорем Матете, с которым мы сотрудничали, и, ну, не могу этого не сказать, без этого, конечно же, не было бы меня как артистки. Но в целом, конечно, моим образом сейчас занимается, опять же, мой муж. И он все это чувствует и видит, какие должны быть наряды, может быть, как это должно все выглядеть. Но, понимаете, это должно тебе идти. И вот, ну, конечно, мне хочется быть такой. Ну, я пробовала петь разную музыку, конечно же, там, популярную музыку, да, и это немножко вот такое вот разногласие получается. Ну, не могу я. Я могу быть такой, знаете, сексуальной, дикой какой-то кошкой-львицей, но... Можешь. Мне хочется, вот моя душа ближе к шансону, ближе к этой музыке. А знаешь, что такое популярная музыка? Это которую все подпевают, вот которая становится популярной. Это не обязательно поп-музыка, любая. Любая, в любом жанре. Да. Песня, если... Да. И ее начинают петь залом вместе, она становится популярной. Вот это абсолютно точно. Так, мы сейчас немножечко прервемся, и после этого небольшая рекламная пауза. Сразу будем слушать песню «Мне другого не хочется». Живая струна. Я закрываю глаза, что же будет потом? Если за нас небеса, если на крыльях вдвоем, пусть твоя нежная песня утром разбудит меня. Где бы ты ни был, мы вместе, ты и я. Мне другого не хочется, нет роднее, чем ты. Никогда спасет от любви. Мне другого не хочется. Твои крылья мои. Никогда одиночество не спасет от любви. Кто-то однажды решил вдруг разорвать нашу нить. Мне для любви хватит сил, чтобы назло всем любить. Верю я в добрые вести, светлая радость моя. Где бы ты ни был, мы вместе, ты и я. Мне другого не хочется, нет роднее, чем ты. Никогда одиночество не спасет от любви. Любви.
живая страна. Тамара Кутидзе, я сегодня в живой стране. Привет, только привет, что к нам присоединились. Добрый вечер, смотрите нас, слушайте нас. Ну, я, разумеется, разговариваю с теми, кто сейчас не находится на концерте «Заходите к нам на огонек», где Тамара Кутидзе поет вживую. Может быть, уже спела, не знаю. Может быть, уже спела. Но мы не скрываем, что эта программа, мы ее заранее записали специально для тех, кто не попал на эту новогоднюю суету, да, Ксения? Да, кстати, о новогодней суете. Что Новый год впереди? Работа или все-таки дом – это святое, семейный праздник, или есть какая-то... А мы будем совмещать. Ну, много очень работы есть, но будем как-то совмещать. Но надеюсь, что 31 декабря, конечно же, я буду с семьей. Не могу, потому что так скучаю по дочери. Сейчас вот меня не было 5 дней, и я как-то вот, мне тяжело. Она еще очень маленькая, ей в феврале исполнится 2 года. Малюська, да, совсем. И она на меня так смотрит, такие, ну, где же ты была? Где ты была, мама? Мать. Не побоюсь этого слова. Вот точно. Мать. Где ж ты была? Она моя поклонница, она слушает мои песни. Да, серьезно? И постоянно мама ей включает вместо мультиков. Я так, я мультики не разрешаю. Говорю, так, хотя бы смотрите меня. Какая? Не, ну мультики-то тоже хорошо. Ну, как так? Я строгая мать. По времени все. Да, все понятно. Ой, смотрю я на трек-лист и понимаю, что это вообще песня-то легендарная сейчас будет. Ой, одна из моих любимых песен. Я тоже ее обожаю. И она, с одной стороны, легендарная, и все ее подхватывают и поют к вопросу о популярности и так далее. Но, с другой стороны, она настолько ассоциируется... с легендарным же исполнением. Да, что сложно. Сложно. Но я скажу честно, я на репетиции подслушала, мне вообще, я завораю. Я вам завидую, всем, кто сейчас будет слушать впервые в исполнении. Спасибо. Не судите строго, я старалась. Вперед, мы все во внимание. Озера синие, в полях ромашки рву, зову тебя, Россию, единственной зову. Спроси, переспроси меня, милее нет земли, меня здесь русским мы. Озера синие, в полях ромашки рву, зову тебя, Россию, единственной зову. Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой, грустить с тобой, земля моя, с тобой. Красу твою не старили ни годы, ни беда, Иванами да Марьями гордилась ты всегда. Озера синие, в полях ромашки рву, зову тебя, Россию, единственной зову. Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой, грустить с тобой, земля. Знавать с тобой.
праздновать с тобой. Браво, Тамара Кутидзе! Спасибо. До сих пор будете смеяться. Я думаю, что не я одна. Многие моего поколения путают эти два фильма «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень». Потому что в обоих фильмах оба эпохальные, оба, значит, про колхоз. Вот, да, в обоих главный Вильяминов. И единственное, я запомнила, что в «Тени исчезают в полдень» там этот «Купи-продай». Вот это не «Вечный зов», а там три брата и один. Ну, в общем, вот. Развернулась, свернулась. Все туда. Мне очень тоже нравится самой. Я получаю такое удовольствие. Вообще, Россию считаю своей родиной, обожаю. И когда пою, мне какая-то вот здесь вот ком в горле, мне хочется почему-то заплакать. А вот эта верхняя нота, когда вот у меня прям слеза блеснула. Ну как, все же видят здесь, все видят. Спасибо. Все, розы красные. Всегда в любви все и сразу. Знаешь, милая, несерьезно. Доверять словам, слухам разным. Хватит, не реви, вытри слезы. Розы красные расцветают. Ты любила их, так хотела. Расскажи ко мне, дорогая, что случилось, в чем же дело. Всегда тебе говорила, не найти любовь по примете. Ты сама свою дверь закрыла, не узнать тебя, не заметить. Оглянись вокруг, перестанет глубоко болеть, то ли дело. Розы красные расцветают, как мечтала. Тамара Кутидзе дарит нам сегодня свое живое выступление, свой концерт, настроение прекрасное. Завидую тем, кто сейчас слушает за рулем, так и заснеженная Москва. В данном случае я просто не знаю, как где, но смотрю новости и вижу, что везде все заснежено. Как я люблю такую погоду, если бы вы знали. Обожаю. Для меня вот это вот жара,
это для меня невыносимо. Как я вот эта вот погода, прям, ну, конечно, как в Якутске, минус 45, это перебор, конечно. Вот, но, в принципе, вот то, что сейчас, я прямо обожаю. Как красиво за окном. Да-да-да, и хоть, соответственно, ну, куда вот, когда в Новый год там дождь идет, да, что иногда случается. Кстати, о Новом годе, конечно, ну, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих, так сказать, желаниях. О своих планах, но самое главное, тем, цели. Да-да-да, но тем не менее, на следующий год есть какие-то, ну, может быть, такие, вектор какой-то? Есть, конечно же. Ну, во-первых, я благодарна этому году. Все-таки вообще в моей жизни, вот начиная с 2020 года, вообще идут какие-то коллаборации, перевороты, в общем, рождение дочки, замужество, венчание. Вообще много всего вот, хорошего, много песен, репертуара, дуэты. В общем, очень насыщенная жизнь. Но что бы мне хотелось в будущем году? Конечно же, здоровья своим близким. Здоровья себе, ребенку, вот чтобы все было вот в этом плане хорошо. Все остальное, вот вы правильно сказали, если ты хочешь рассмешить Бога, конечно, мне бы хотелось больше концертов, красивых песен, хитов, как говорят все артисты. Ну, один у меня уже есть, так что не все потеряно. Да не один. Вот ну что, мы идем потихонечку к завершению. Еще одна песня от тебя. «Ты подарил мне». Ты подарил мне все. Все. Петь, чтоб раствориться в ноте, в которой ты и я, и больше никого. Ты подарил мне все, о чем мечтает женщина. И небо, и цветы, и свет любимый глаз. Ты подарил мне все. Свет целует нежно окна. Прильну к твоей щеке, не думай о плохом. И шепчет летний дождь, что облака промокли, но с ним наедине нам хорошо вдвоем. Девчонки, все вместе. Ты подарил мне все, о чем мечтает женщина. Подарил мне все, любовью мы повенчаны. Такой родной, как ты, встречается лишь раз. Опа, ручки выше. Подарил мне все, о чем мечтает женщина. И небо, и цветы, и свет любимых глаз. Ты подарил мне все, любовью мы повенчаны. Такой родной, как ты, встречается лишь раз. Ты подарил мне все, о чем мечтает женщина. Свет любимых глаз. Ты подарил мне все, любовью мы повенчаны. Такой родной, как ты, встречается лишь раз. Живая струна.
Ну, в этом месте я обычно прощаюсь на неделю. Желаю всем хороших выходных. Встретимся в следующую пятницу. Тамар, спасибо тебе большое. С тебя еще одна песня. Спасибо вам. Ну, что хочется сказать. Во-первых, в новом году вам всем, и вам в особенности, Ксения, пожелать вам любви, счастья, здоровья. Пусть у вас все сложится и будет хорошо. Любимое радио «Шансон». Только вперед в 2024 году. Живая струна, живая струна.